Снова здравствуйте, меня зовут Елена, и я очень рада видеть вас на своем канале. Девочки, сегодня будет этот влог именно для нас, для девчоночек. Хочу рассказать вам о своих новинках по уходу за волосами, которые мне очень-очень понравились, которые сейчас у меня в фаворитах, и хотела поделиться своими отзывами, впечатлениями о шампуне, бальзаме и спрее-лосьоне для волос. Первое. Начнем с шампуня. Это новинка восстановления и защита от повреждений Глискур Шварцкопф. Шампунь, который содержит сыворотку кератина и драгоценные бьюти-масла. Защита от секущихся кончиков, питание и здоровый блеск для секущихся волос. Шампунь Глискур обеспечивает эффективное очищение, защиту от секущихся кончиков, питание и восстановление волос. Нанести на влажные волосы, тщательно смыть, использовать регулярно. Купила я его где-то, наверное, недели две назад. И вот постоянно пользуюсь теперь только этим шампунем. Запах у этого шампуня напоминает прям вот несколько видов масел. Очень приятный, не резкий. Когда моешь им голову, такое ощущение, как будто вот на самом деле в шампуне очень много масла. Они прям волосы как будто бы маслянистые. Когда я мыла голову первый раз этим шампунем, точнее волосы, мне казалось, что ну все, я, наверное, от этого масла не избавлюсь, и голова и волосы будут жирные. Но нет, после смывания этого шампуня им можно даже вот не пользоваться никаким бальзамом. Волосы мягкие. Они вот настолько мягкие, но в то же время они не пушатся после этого шампуня. Я его пробовала без нанесения бальзама, без всего, просто один шампунь. И мне очень-очень понравилось. Они прям вот струятся, волосы. Шампунь промывает очень хорошо, но не до скрипа. Так что, девчонки, очень рекомендую попробовать этот шампунь. У меня волосы сухие на кончиках и склонные к жирности на корнях. Этот шампунь волосы мне не жирнит, и сейчас я голову мою раз в 3 дня. Так что, девчонки, попробуйте, очень рекомендую. Следующее. Это бальзам для волос укрепления и сила от Гринини. По-моему, это московский производитель. Россия, да, город Москва. Высокая активность ценных масел и экстрактов, эффективность натуральных компонентов. Бальзам укрепляет ослабленные волосы, предотвращает их выпадение. Облегчает расчесывание, разглаживает кутикулу, тающая текстура равномерно распределяется по всей длине, легко смывается, не утяжеляет волосы. Бесцветная хна укрепляет корни волос, способствует утолщению волосяного стержня. Экстракт зеленого чая укрепляет луковицы волос, снимает раздражение, успокаивает, придает блеск. Репейное масло отлично смягчает кожу головы, препятствует выпадению волос и способствует их росту. Как результат, волосы наполнены жизненной силой, они становятся более крепкими, легко расчесываются, приобретают плотность. Применять. Наносим на вымытые влажные волосы, оставляем на 1-2 минуты и смываем теплой водой. Когда я попробовала первый раз этот бальзам для волос, мне показалось, что ну все, Лена, зря выброшены на ветер деньги. Стоит он примерно, сейчас даже точно скажу, около 200 рублей он стоит. Покупала я его у нас в магазине Эль-Сити. Я его попробовала, отставила в сторону и поняла, что все, пролетела я. Деньги зря потратила. Но я дала ему еще один шанс. Чем же он мне не понравился первый раз? После нанесения на волосы я подержала его больше 2 минут, конечно. И когда я начала его смывать, я поняла, что ни о каком легком расчесывании здесь даже и речи быть не может. Волосы были, вот, знаете, когда вот блондинки меня поймут, у кого милированные волосы, когда просто моешь шампунем и без бальзама, их очень тяжело даже, вот они между пальцами даже их тяжело распределять, как бы пальцы всунуть в волосы невозможно. Вот это было первое мое впечатление. Я поняла, что это не для блондинок. Когда я попробовала второй раз этот бальзам для волос, в общем-то, все было то же самое, но после высушивания я заметила, что мои волосы, они вот прям вот наполнены вот той самой силой, которую нам заявляет, обещает производитель. Они такие более тяжелые, хотя мой волос тонкий. Они прям вот, как сказать,
эффект как вот похож маленько от утюжка. Когда выпрямляете волосы утюжком, они становятся более такими плотными и прям вот тяжеловатыми. Но волосы он не жирнит, этот бальзам. Вот, что еще о нем сказать? В общем, действие после бальзама волосы на ощупь становятся вот такое ощущение, как будто они шелестят. Вот как шелк шелестят. Вот такого действия этот бальзам. Сейчас я им пользуюсь практически регулярно. Меняю, конечно, с белорусскими бальзамами, но стараюсь вот этим бальзамом пользоваться чаще. Так что, девчонки, я очень рекомендую, присмотритесь к этой косметике, эко-косметик, присмотритесь к ней, попробуйте. Не, как бы, как сказать, не дайте этому бальзаму шанс. Если вам первый раз не понравится, попробуйте второй, третий раз. Используйте с этим бальзамом, допустим, еще какой-нибудь спрей для распутывания волос. Я уверена, вам очень понравится, как он себя поведет на ваших волосах. И третье, это вот тот самый спрей-лосьон для волос увлажняющий, тоже от эко-косметик Гринини. Активные компоненты, экстракт риса, пантенол и кондиционирующий агент. Спрей-лосьон для волос мгновенно увлажняет волосы, облегчает расчесывание и помогает распутать даже самые сухие, тонкие волосы, защищает от пушистости и статического электричества, придает волосам естественный блеск, не оставляет на поверхности прядей липкости и жирности, не склеивает. Пантенол увлажняет, облегчает расчесывание, экстракт риса придает эластичность и блеск прядям. Результат – волосы увлажненные, мягкие и сияющие. Применяют, равномерно распыляем небольшое количество спрея-лосьона на влажные или сухие волосы, не смываем. По поводу состава. На первом месте идет вода, на втором кондиционирующий агент, дальше глицерин, потом экстракт риса, депантенол, далее увлажняющий агент. В общем, как сами понимаете, на первом месте очень хороший состав у этого спрея-лосьона. То же самое. После первого применения я также не очень поняла, что делает этот спрей-лосьон, но также дала ему еще шанс. Я его, кстати, покупала по акции, так как это была новинка в магазине Эльсити. При покупке из этой серии одного продукта второй был со скидкой 50%. Вот поэтому я взяла и вот этот вот бальзам для волос, и спрей-лосьон для волос. Девочки, ну опять же, Шанс я ему дала. И теперь я вообще не знаю, как можно без этого лосьона обходиться. У него такие же функции, как и у бальзама. Волосы после него тяжеловатые, они очень хорошо укладываются. Волосы блестящие, увлажненные. Вообще просто вот... Ну, а, девчонки, что еще хочу сказать по поводу того, что нам производитель говорит, что... помогает распутать даже самые сухие тонкие волосы. Нет, у него нет такого, что вы прям влажные волосы спокойно себе взяли и расчесали. Нет, нужно маленечко помучиться, не то что помучиться, но приложить усилия, скажем так, маленькие, чтобы расчесать волосы. Он не дает эффекта, вот как вот силиконистые бальзамы, от которых волосы можно расчесать просто там пальцами. Нет, этого не будет, не ждите. Но сам эффект после высыхания волос вас, я думаю, приятно очень удивит, как и меня. Этот спрей очень приятно удивил. По поводу запаха этого спрея. У него такой, знаете, профессиональный, наверное, запах, как в парикмахерских. Чем-то он мне маленько даже отдаленно где-то напоминает запах, наверное, каких-то оксигентов, наверное. Вот что-то такое вот в этом. Ни цветочного аромата, ничего в нем нет. Это просто такой косметический запах. У него очень хороший распылитель, то есть он хорошо распыляет. Вот сам работает дозатор хорошо. Мелкое такое распыление идет. Вот. А по поводу бальзама, вот это вот чисто профессиональной косметикой пахнет, как... в парикмахерских. Вот такой вот запах очень приятный. Прям вот очень приятный, хороший запах. Консистенция у него, он такой густоватый. Сейчас я вам покажу. Вот. То есть, видите, он не льется, что прям сразу. Он не жидкий, он густоватый. Белого цвета.
Мне он, девчонки, очень сильно понравился, так что я вам его рекомендую. Вот прям в тандеме попробуйте. В этой серии у них еще и шампуни есть. По-моему, и бальзамы для... Я знаю, что эта серия у них не маленькая. Что-то еще есть. Я вот пойду, посмотрю, что еще есть. Попробую, в общем, что-то еще с этого эко-косметик. Производитель у нас, как я уже и говорила, Россия, город Москва. Изготовитель. Вот, объем 250 миллилитров. Это тоже 250. Шампунь, кондиционер. Спрей для волос и бальзам для волос по 250 миллилитров. Так, шампунь тоже самое. Ну вот, девчули, вот такой мой отзыв на эти средства. Я вам их рекомендую очень попробовать, обратить на них свое внимание. Спасибо, что заглянули на мой канал, и до новых встреч. Пока-пока!